was all that you give me. Did you never worry that I'd come to depend on you? UFC, четвертый этап. Ну и одновременно у Вадима Росомахи день рождения, то есть две гонки. Ну, аж перечастки одинаковые, но зачет разный. Это участник UFC Милёха. Ну, вот тут такая вот вниз по кругу. Так как он первый, там может еще и проедет более-менее по-сухому. Наверное, проблемы только на подъеме самые большие могут быть. А ну. Сегодня такой дождяра прошел, что капец, просто было сухо пару дней назад. Ну да, пока что там он до грязи не докопал. Вот сейчас здесь нам выезд. Газу, 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 спокойней, спокойней. В общем, очень быстро. Так, проехали. Тут рядом еще спецучастки, сейчас сюда подойдем. Большая такая синяя нивка. Ты ж только поверни направо, не на нас. И тут налило воды капец, как еще и дождь усилился. И там еще все такое мягкое, что просто жесть. А сюда пойдет сейчас красная Нива, ну тут та же тема будет. А так же делать нельзя. Не заранее уже не видно. Ты делаешь, машиной должен браться. Да, тут, короче, ну сейчас Нива красная тоже, наверное, сюда доедет и здесь остановится. Вряд ли. Вряд ли она проедет. Иди сюда, иди сюда, Сань, иди сюда. Блядь. Давай! Опа! Ну да, это все. Тут ты или направо, или покажешь, надо по кругу проехать, без разницы в какую сторону. Здесь тоже вот там вот вокруг тех камышей, потом обратно сюда. Поехали. Ну, эти хоть дерево есть, а эти якорем. Там не получилось, там все такое мягкое, мокрое. О, поехали. Здесь, кстати, активнее едут. Корабле. Там уже выбираюсь, кстати. Ну, еще обратно ехать же. Там-то по-сухому, но здесь потом, блин, даже тема будет. Нет, что, еще чуть-чуть вперед, наверное. Здесь нет. Сейчас еще там ступенька перед ним будет. Давай. Нет, там, наверное, лучше за дерево где-то. О, земля мокрая. Да, будет за дерево. Там за дерево залебедились. Синяя Нива где-то, что-то ее не видно и не слышно. Ох, там водички, конечно.
они тут уже тут готовятся. Так, там выехал, сейчас сюда Нива. Вон она, Нива синяя. Капец. Здесь это все. Протащил их тут. Да Нива сейчас будет заныривать здесь. Красиво. Но это все, к сожалению. Здесь еще на месте. Да, пятый. Потихоньку поехала Нивка. Или 20 минут дается, обычно 15, но они довольно-таки быстро, меньше. Я думаю, меньше 10 минут прошло сейчас. В принципе, им осталось только вот это подняться чуть-чуть. И дальше своим ходом. Есть, проехали. Тут синенькая Нивка. Финиш. Здесь еще далековато, конечно. Нивка потихоньку движется. Двигатель пошел в разнос. Ну, вроде заглушили. Ну все, здесь походу эвакуация и непонятно, что с мотором. Да, запах горелого масла стоит. Капец. Еще одна Нивка сейчас здесь. Ну, в общем, начало интересное.
мероприятие. Рома, я тебе сразу трахнулся в контент. Еще только 20 минут гонки. Да, и это только мы начали. А ездить по лыжам завтра до вечера? Да. Походу, у меня все шансы выиграть. Да. Я понял. Я уже зарегистрировался, но я еще не заводил пока. Так что я жду, выжидаю. Ну, время еще у них есть, если быстро подымется. Время минут 5 прошло только, наверное. Если кто-то помогает, то это сход другой, поэтому только сами. Только сам должен поставить машину на место. Ё-моё. О-о-о-о! Еще чуть-чуть. Да тут плавно, это не произойдет. Только надо... Ай, ё-моё, блин. Кевлар! Кевлар лопнул. Лопнул трос, к сожалению. А здесь пытаются... Ой, надо свалить, наверное, отсюда. Тут две лебедки сразу. Да-да-да, давай. Давай, так, вот так держи, ты крутый. Ну, здесь сход, а здесь еще я не знаю, блин, поедут ли они. Давай. Нивка синяя выехала. Пойдет в салон к нему там, что капец. Наоборот, зацеп появится, клёст, так лодка. Тяжелее будет. Превращается в подводную машину. Плохо, что трос лопнул, блин, лебедки у них. Печально. Так бы сейчас поехали уже бы. А водичка поступает в салон. Да это бежевая нитка пытается. Но они еще едут. Водички там нормально так уже. Да-да. Да не, он перелил этот. Борта нету. Это шлима там.
Недалеко он уехал. Вот, конкуренты один за другим исчезают. Подожди, так они что, дальше едут, да, или что? Здесь вот так. У него не было все сначала перед каблет. Да, походу. Ну, давай на задке. Поехали. Колеса не в ту сторону, о, вывернул направо. Ну здесь уже явно время, наверное, вышло уже. Давно стоят. Давай, 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 давай! Штурман сухой, пилот весь мокрый и грязный. А вот и все, надо перелебениться. Терпеть, понял? Давай, тяни, 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 газ. Все? Или еще нет? Ну, тут пока рейндж подзастрял. Пауза. Да, рейндж-то фиг с ним. Нефиг там ездить, ну. А, блин, красиво. Это было красиво, блядь. Блин, надо быстрее камеру вытереть пока. Тут, короче, надо идти дальше, бо они, блин, я уже весь мокрый, все тут стоят. Ладно, пойдем на другие спецучастки. А, не успел на Валеру посмотреть, он уже финиширует, я так понимаю. А нет, еще нет, еще едет. А, что случилось?
Еще 9 минут у них. Ай, обратно. Попробуй. Завели, но заглохло. Ай-яй-яй-яй-яй, что ж такое, блин? И сразу глухнет. А ну, я сейчас сам подожду. Одна, что-то у Валеры проблема. Пойдем дальше посмотрим. О, тут что-то все совсем плохо. Это только начало спецучастка было, я так понимаю. Вот. Одна яма, вторая яма, разворот вокруг дерева и выезд. Нивка не смогла. Кстати, ДР это значит, что они не в UFC участвуют, а в этом, нюхово-дюхе. Потому что одновременно и UFC, и ДР. Ну, это четвертый этап, еще будет пятый в Киеве, где-то в конце ноября. И в зачет не идет один можно, то есть четыре надо, чтобы на тумбочке попасть, на четыре в любом случае проехать. Но, я так понимаю, они не везде были, поэтому смысла ехать нету. Вытащили. Спецучасток для ТР-0, для туристов. Ну, да это не UFC. Я так понимаю, UFC здесь не едет. Вот такое вот. Ну, тут все мокро. Гранд Чероки. Лилия поехала. Поехала, поехала! Радует, что дождь вроде как закончился, но... Не знаю, будет, не будет. Надеюсь, не будет больше. Та-да-да-да. Так, что тут, куда тут? Я не знаю, куда я только подошел. Вот тут что-то кто-то пытался, ой, развернуться. Ой, я думал, она наверх едет, наверх она не едет. Это, я так понимаю, другой спецучасток, я хожу сейчас по-другому. Опа, опа, опа. Ну и нам выезд. Ой. Есть. Проехала. Наша коса была видна, да? Да, это то, что раньше была ярко-салатовая машина, вот родная краска. Уже машина повоевать успела, вернулась, короче, на ремонт. Что-то не хотят они на фронте ярко-салатовый цвет. Главное, чтобы он вечером не был этим квадробобером, блин. Бобер поехал. Да, я думаю, там даже нет смысла идти, сейчас посмотрим, как он будет финишировать. Там он проедет везде. Вот он тут разворачивается и едет обратно. Выезжает. Куда выезжает? Куда выезжает? Бобер проехал. Вот его! Ай, ну что ж, у тебя какая-то смазка выпала там. С машины. Рубикон тянет. Только новая тачка появилась, Гекон. Это то, что раньше была дичь. С Харькова. Он ее купил, немного передел. Но что-то недолго она проехала. Или еще поедет, интересно. Ой-ой-ой-ой-ой. О, отлично, здесь стартует Эдипаж 302. Тут, конечно, что-то уже посложнее. Не заводится Гекон что-то вообще. Не реагирует.
Ладно, посмотрим за котлеткой. Так, лично надо снять двери. Не, наоборот, ставит. Отбивает время. Есть. Поехали. Опа. А что стоит? Нормально все? А, там трос лебедки. Ну. Да уже не садись, наверное, да. Опа, вот вокруг этих деревьев, наверное, и это будет все. И на выезд. Небольшой спецучасток. Вот такой тачки тут оказалось быстренько. Сюда вам машинку какую-то, не котлету.